Я думала тебе на работу. Только вещи заберу и сразу поеду. Поздно будешь? Надеюсь, нет. Чем ты хоть занимаешься? Твоя работа жать на курок, Джим. Мы творили страшное. Я творил страшное. О чем ты? Думали, мы помогаем. Оказалось, вовсе нет. По мотивам бестселлера. Хватит переживать, Джим. Все это в прошлом, друг мой. Ты записал весь ужас, что мы создали? Ничего не было. Вот как ты заговорил со мной? Мы оба замешаны, и теперь ищем тому оправдание. Будь начеку, друг мой. Побеждают те, кого ты и врагом не считаешь. Что происходит? Компания начала зачистку. Его надо выкурить. Попытка всего одна. Я смог все записать. И это видео увидит весь мир. Да ну. Правда. Смотрите в марте. Джим, у нас для тебя сюрприз. Удивительная женщина, Джим. Просто чудо. Шон Пен. Надо идти, Стэн, слышишь? Нет выбора. Ну где ты там уже? От режиссера «Заложницы». Бывают дни, когда все идет наперекосяк, и все почему-то хотят тебя убить. Я могу понять компанию. Ты для них последняя угроза. Тогда нам не о чем говорить. Стрелок. Шон Пен, Идрис Эльба, Рэй Уинстон, Марк Рейленс и Хавьер Бардем. Премьера 20 марта.